В музеях Ватикана во время уборки нашли картины Рафаэля. Два полотна были написаны перед смертью гениального художника. В музеях Ватикана были обнаружены во время уборки два полотна гениального итальянского художника Рафаэля Санти, написанные незадолго до его смерти, передает CNN. Возраст картин составляет около 500 лет. Это невероятное чувство. Зная, что это, вероятно, последнее произведение, которое он написал, ты почти чувствуешь присутствие мастера, отметил главный реставратор Ватикана Фаия Пьячентини. На картинах изображены женщины, олицетворяющие дружбу и правосудие. Сохранились они на стенах одной из комнат музеев, где не так давно начали проводить уборку. Ожидается, что полная реставрация картин Рафаэля в помещении завершится к 2022 году. Сумма, которую запланировали выделить для этих целей, составляет 2,7 миллионов евро. Ранее корреспондент Нет сообщал, что в Эмиратском Лувре собрались выставить самую дорогую картину Леонардо да Винчи. По материалам сайта newsgro.com.